Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди, и мы сегодня начинаем играть в Escapist. Это игрушка, которой вам придется убегать из тюрячки. Мне не интересно, что-то написали. В общем, да, интересная игра, очень интересная. Вы у меня просили что-нибудь, кроме ФНАФа. Вот! Вот, кроме ФНАФа. Отличная вещь. Лично я об этой игрушке давно уже слышал, я ее смотрел у ютубера одного. Он здесь есть. Я, кстати, много имен сделал здесь, отсылочки к русским иностранным ютуберам. Интересно вышло, посмотрим, кто здесь есть и так далее. Я не буду прям так называть. Когда мы будем с ними как-то взаимодействовать, тогда мы и узнаем. А пока... Да! О, фак. Меня уже проверяют. Джексептик и Винди. Меня зовут Винди. Я думаю, вы знаете, кто такой Джексептик. Если вы не знаете вдруг, тогда... Значит, ладно. Заключенный всегда прав? Серьезно? Я всегда... Ваши нужды являются главным приоритетом. И сегодня нас может навестить надзиратель. Значит, можно его побить. Я в этой игре знаю, но, знаешь, не все. Погоди, постой. Отвлеки тюремщиков на себя в следующий раз. Утренняя перекличка, мне надо разобраться с долгом. Не вопрос. Вот эти задания я обожаю. Мне придется просто подбежать и вдарить кому-нибудь по щачлю. Это все, что нужно. Мистер Фрост снова шарит по карманам. Покажи ему правильные дороги своим кулаком. Нет. Он, сука, качок. Я не хочу с ним драться, он меня побьет. Ладно, сейчас нам нужно покушать. В общем... Здесь вы должны жить нормальную жизнь в тюрьме. Ну, насколько она может быть нормальной, я не знаю. Вы должны кушать, вы должны заниматься, вы должны читать книги, вы должны поднимать свои навыки. Вот, посмотрим, у меня сейчас есть три навыка вариантов. Сила, скорость, интеллект. И мы должны их поднимать. Поднимать их зачем? Допустим, мы интеллект поднимаем, чтобы крафтить клевые предметы, а также, чтобы можно было пойти на работу, на какую-нибудь клевую работу, на которой нам будут платить больше бабок. У нас есть бабки, у нас есть здоровье, у нас есть гнев охранника, и у нас... Чё ты стоишь здесь? Мистер Фрост? Что с тобой, эй? Чё ты стоишь здесь? Балда. Вот. А усталость — это когда мы занимаемся, то есть когда мы бегаем, там, жимы делаем, тогда мы устаем. Когда мы устаем, мы не можем... Ну, логично заниматься. И нам нужно что-нибудь покушать или что-нибудь такое. Вот, беспроцентный период. Очень странный перевод на самом деле. Первое время, минут 5-10, ребята, я вам буду просто рассказывать про игру, о чем она здесь. Потому что я думаю, не все знают, что это такое. Вначале я буду себе интеллект поднимать. Вот, да, мы живем обычную жизнь в тюрячке. Мы должны поднимать свои навыки. И потом, в конце концов, мы должны отсюда сбежать. Зарабатывать деньги можно многими способами. Допустим, можно выполнять задание. Вот сейчас у меня, допустим, есть задание. Отвлекать отвлекающий лисин на утренней перекличке. То есть, когда будет утренняя перекличка, мне нужно кому-нибудь вдуплить. Тогда за мной побежит охрана, и я выполню задание. Также здесь часто бывают задания типа «Найди мне там шоколадку, я очень хочу скушать шоколадку», а какой-нибудь мальчик по имени Звездюк у меня ее своровал. И мне нужно пойти к нему. Подожди. Никто? Никто не понял? Так. Мистер Фроста побили. Я просто у него все заберу. А, не, швабра мне твои не нужна. Шелковый платок, в общем-то, тоже не особо нужен, но ладно. Все. Оставайся там, лежи. У меня, кстати, задание есть. А что от меня хочет мистер Фрост? Подожди, сейчас он встанет, я пойду. Стой! Стой! Эй, стой! Куда ты бежишь? Подожди! У Джексептик потащил меня свою вещь. Книга! Можешь забрать ее? Авось. Что значит авось? Нет, извини, нет. Мне сейчас нужно заняться более интересными делами. Мне сейчас нужно поднять свой интеллект. Сколько у меня, кстати? 44. И попытаться до следующей работы. Сейчас я, разумеется, пойду сюда. Сейчас я буду работать в прачечной. Платят вообще мало. Это, считай, не деньги, знаешь, это так. Выкинь да пожуй. То есть ты получаешь там, ну, долларов, наверное, 15. Чего ты пришел сюда? Я занимаюсь, я нормально, охранник. Кто это был вообще? А, то есть... Оп, я слишком устал. Как я могу сильно устать, просматривая интернет? Еще способ снизить свою усталость — это помыться. Причем здесь все моются голыми. Собирается куча-куча мужиков вокруг воды. И не знаю, мне это как-то странно. Оп, обед. Подожди. Фак, меня сейчас спалят. Если вдруг меня спалят, тогда на меня обидится охранник. Вот смотри. Вот, гнев охранника. 10. То есть он на меня... Он меня подозревает в чем-то. Вау, ребята, вы чего? Мистер Фрост пошел с кем-то разбираться. А, и Джексептик, короче, его побил офицер Дред. Давай, ребят, идите отсюда. Он его отец! Представьте себе. Так, мистер Фрост, я тебя уже обворовал. Джексептик, крем для рук.
Я был о тебе лучшего мнения, Джипсептик. Фак, что с моим языком? Сейчас мне нужно работать в прачечной, как я уже говорил, но это достаточно легенькая работа. Подожди. Дело в том, что здесь вот эта вот вещь, вот эта, это проверка на вшивость, да? То есть, если вдруг у тебя есть какие-то красные вещи, значит, запрещенные, тогда ты попал. Если ты попал, тогда у тебя увеличится резко гнев охранника. Если у тебя вдруг станет гнев охранника на 100, вот тогда тебе жопа. Тогда тебя сострельнут, буквально. Здесь где-то наверху сидит злой дядька, который стреляет во всех плохих этих, ну как, тюремных заключенных. Вот, и если он по тебе выстрелит, ты сразу умрешь. И он выстрелит только если у тебя 99, типа, ненависти охранников. Блин, мне привычнее просто по-английски называть, хит. Я просто смотрел у иностранца эту штуку, и поэтому мне как-то чуть-чуть непривычно к русскому переводу. Однако я ждал русского перевода. Я специально не снимал эту игру, пока не было русского перевода, потому что, во-первых, я знаю, что я сам не все понимаю. Тут используются жаргонизмы и прочее. Да и, во-вторых, я думаю, вам гораздо приятнее смотреть, если вдруг все клево. Ей, я выполнил работу! Так, подними все. Все, пойдем. Значит, сейчас у меня осталось еще время прачечное. Сколько мне еще интеллекта, интересно, нужно, чтобы пойти на работу? Я хочу сразу пойти на самую жесткую работу. 51. По-моему, нужно 70 или что-то такое, чтобы пойти на работу в металлургию. Я хочу пойти на работу в металлургию, потому что там, во-первых, платят дофига бабок, а во-вторых, там можно наработать себе железо. Мы сразу начнем работать прямо для того, чтобы победить в этой игре. Я же сказал, да, что основная задача здесь бежать. Офицер? Брат Ивангай. Офицер, какие-то проблемы? Он пришел на меня, посмотрел, ушел. Вот, о, вот это надзиратель. Патрик Гуар. Я ему имя не мог выбирать. Время для упражнений. Фак, я устал уже. Ладно, быстренько помоемся. Давай, скорее. Что за задание? Я следил за ворующей крысой несколько дней. Так почему ты ему не помешал, ворующая крыса? В следующий раз утренняя перекличка, отвлеки внимание. Оу, а я проверил тайник. Видишь, какой брат Иван, точнее, какой Ивангай. Он видел, что кто-то ворует, поэтому он решил своровать у вора. Тренировка, качапка. Давай. Опять мистер Фрост. Что мистер Фрост такое плохое, постоянно со всеми дерется. Не, подожди, он даже ни с кем не дрался, на него просто напала вся охрана. За что? За что они его? За что охранники его не любят? Наверное, они просто его... ему завидуют. Я думаю, ему просто завидуют. Сколько у меня профиль? 61. Душ. Я еще не устал даже. Ладно, давай, до 15 поднимем, пойдем мыться. Давай, максимальная качалочка. Все, побежали. Что у тебя задание? Этот сопляк Боб меня оскорбил. Поколоти его немного, я тебя вознагражу. Нет. Драться я пока ни с кем не хочу, потому что у меня нет оружия. Если у меня нет оружия, тогда, в принципе, меня может побить любой баклан. Иди, что хочешь. Боб рассказал мне все секреты надзирателя. Я хочу, чтобы его побить. Боба прям очень не любят, его все хотят побить. Оу, если ты отвлечешь охранников в следующий раз, ужин, я смогу совершить правосудие с помощью ответа. Нифига себе. Причем самая фишка, что именно сейчас будет ужин. Все, выйти. Вообще, я как бы не могу идти, если бы сейчас меня увидел какой-нибудь охранник, он бы сказал: «Эй, Винди, ты че тут ходишь? А ну иди мойся, я хочу видеть тебя голым!» У этих охранников очень странные предпочтения. Тихо. Иван! Не отзывайся на меня. Иван мог на меня обидеться в данном... Опять вы деретесь. Опять мистер Фрост! Что такое? Почему его все бьют? Значит, давай привлечем к себе внимание. Погоди. Бум. Я выполнил одолжение и умер. Но я ничего не потерял. Когда вы умираете, когда вас бьют, вы отправляетесь сюда, в койку в изоляторе. Из-за этого вы теряете некоторые навыки. Это раз. Два. Если у вас есть какие-то красные предметы, вы теряете красные предметы. И все. То есть, здесь смерть — это ничего такого. И продолжаем себе тренировать интеллект, потому что я уже близок. 66 интеллекта. Я уже очень близок. Правда, я боюсь, что работа занята уже кем-то. Работа на металлургии может быть занята каким-то Васей. И тогда этого какого-то Васю нужно будет нам предварительно побить. Если мы побьем какого-то Васю... Причем побить его нужно не в любое время.
Это не так-то просто. Нам его нужно побить именно в момент, когда он будет должен идти на работу. То есть, если вдруг здесь ты пропускаешь хотя бы один день, один, мать его, день, тебя сразу с работы выгоняют. Поэтому мы должны заставить его пропустить один день, побив. Вот так она работает. Причем, если вдруг меня кто-то побьет, я тоже пропущу работу, я тоже потеряю работу. 78. Давай до 80 уже доработаем. До 81. Я не знаю, чтобы интеллект падал. Вроде бы интеллект не падает. То есть, когда мы наработали этот интеллект, все уже. Как бы никаких проблем. Он никогда не исчезнет. Давай проверим. Да! Мы в первой серии уже заняли самую жесткую работу. Корпусный цех вот здесь. Он очень простой, но он очень высокооплачиваемый. Давай, наверное, помоемся. Вечерний перерыв. Лежи. Во-первых, заточка из гребня. Нет, туалетная бумага мне нужна. Гребень я дам. Носовой платок, я не знаю, зачем он мне нужен. Но пусть будет. Вот. А сейчас можно будет выбрать себе какого-нибудь человека и подружиться с ним. Я знаю, как тут дружиться с людьми. Мне кажется, за мной следят. Кто-то за мной следит. Тут камера. Кто вы? Кто за мной следит? Ладно. Короче, гребни можно об стену точить. И тогда можно будет их отдавать людям. Когда мы отдаем им Когда мы отдаем их людям, тогда отношение к нам увеличивается аж на 6, мать его, единиц. Когда мы набираем, по-моему, больше 80, наверное, единиц, я не уверен. Но вроде бы как-то так. Решил помыться в одежде, пацан. Вот, когда мы набираем 80 или больше единиц, тогда он может с нами ходить. Мы можем говорить ему: эй, ты, иди сюда. И все, и он бежит вместе с нами. Так, сейчас, наверное, вечерний перерыв закончится, у нас будет вечерняя перекличка. Ну что ж вы опять деретесь? Шпунька! Шпунька дерет с Пидипа. Подожди, какое задание? Ладно. Я просто подожду, как они подерутся. Я после этого получу какой-нибудь предмет. Ты кто такой? Лазаретный персонал? Провод. Крем для рук, я думаю, мне не нужен. Нормально. Нормально, пацаны, идем, нормально, двигай, Винди. Да я двигаю! Ну, Джепсептика и Винди. Но у меня ничего нет, поэтому мне как бы нормально. Джексептик что-то задумывает. О, утренняя перекличка. У меня три задания на утреннюю перекличку. Нет. Извини, пацан, ты, конечно, обо мне ухудшаешь свое отношение, но это плохо. Точнее, это неплохо. Если я просто так с ними разговариваю, тогда, видишь, ко мне увеличивается отношение, как бы. Ты клевый пацан. Мне надо тебе... Нет, давай кого-нибудь выберем себе. Давай, что ли, с Ивангаем? Чтобы нет. Стой. Ивангай, уже ко мне офигенное отношение. Бери вот это. Стой. Подожди, не спи. У меня к тебе есть дело. На, заточку из гребня. Бери. От души, от сердца. Кайф! У меня есть теперь заточечка. Вот это кайф. Так, после отбоя сохраняется все мое. Оп. Вот он пришел сейчас ко мне, и он проверил меня. То есть он проверил, есть ли у меня в моем столе что-нибудь запрещенное. Но у меня ничего нет в столе запрещенного, поэтому как бы никаких проблем. Ну что ж, давайте спать. Я не знаю, сколько времени я на самом деле снимаю, ребята, поэтому пуно моменту. Отлично выспался, мне очень понравилось. Мы еще не успеваем. Прекрасная группа людей. Да. Давай я с ними со всеми поговорю. Я озабочен? Евангелия Шпунька. Что ж, вам не очень приятно, ребят. Шикарная туалетная бумага. Поможешь найти? Нет, пацан, извини. Просто поговорю со всеми. Отвлеки тюремщик на себя в следующий раз. Обожаю отвлечение. Отвлечение — это наше все. Что ты продаешь? Если над ними появляется такой мешочек, значит, они что-то продают. Дубиночка. Тальк. Что такое тальк? Я возьму дубину. Надо, ребята, мне найти еще рецепты. Я не знаю, на самом деле, рецептов, которые используются в этой игре. Давай почитаем, что они говорят. Концерт певца, который должен был состояться сегодня, отменился. Ей! Надеюсь, это был Бибер. К сожалению, наш проигрыватель для караоке сломался. Да что такое? У вас все ломается. Мы стараемся вам угодить. Спасибо. Бибера прогнали, понимаешь? Тут вдруг есть фанаты Бибера, чувак.
А ты взял его и прогнал. Ты, блин, какой я быстрый. Я прям Усейн Болт в лучшие его годы. Все, хаваем. Хаваю, хаваю. Еще надо себе заданий... Подожди. А куда пропали задания? Походу все вот те отвлечения, которые я не сделал, я про них забыл, они ушли. Окей. Так. У кого-нибудь еще есть задания? Нет, только тут ребята продают. Но у меня нет денег. У меня нет денег, поэтому я просто подойду ко всем. Здоров, пацан! Да тихо, я не хотел тебя прогонять, Марк. Ты клёп... Да... Просто хочу поднять к тебе отношения. Вот. Молодец, красава. Мне не нужны друзья. В смысле? А, PewDiePie, ты и так типа клёвый, да? Тебе не нужен никто. Все, теперь надо поднять отношения еще у охранников, потому что тогда меня реже будут проверять. Эй, охранник! Стой! 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 Вот, все. Теперь мы с тобой друзья, навеки. Друзья-братья. Просто, знаешь, хоть не знаю, что делать. Отличный, в общем, парень я для него. Он меня любит. Так, что мы будем делать? Беспроцентный период. То есть мы сейчас отдыхаем, делаем что угодно. Что за жалкое сборище жуликов? Пацан, ты не должен так ко мне относиться. Ладно. Есть два варианта, в принципе. Сейчас можно уже начать копать. Я думаю, знаешь как, из первой этой я выберусь сначала в свою и своей комнаты, я сделаю дыру. Для того, чтобы сделать дыру, нам нужно, во-первых, взять себе, по-моему, рулон, нет, скотч и постер. Тогда мы сможем сделать себе плакат в комнату, и тогда мы сможем этим плакатом в комнату закрыть себе стену, которую мы прокопаем. Да, я думаю, так и будет делать. Так, все, я накачался, в принципе. Что за задание? Не. Драться я с тобой не хочу. Лисин, разговаривай! Плюшевый мишка. Зачем тебе плюшевый мишка? Ну ладно, я поищу. Офицер-чувак думает, что он имеет VIP-доступ к моему столу. Выруби его за меня, и я с тобой распочусь. Нет. Я лучше сейчас пойду и посмотрю, что у людей в ящичках. Да, воровство здесь часть жизни, ребята. Главное, чтоб не спалили. Вот сюда я хочу пробиться. Шикарная туалетная бумага. Так. Круто. Все, давай сюда все сложим. Просто все буду складывать себе. А вот дубинку я возьму, пожалуй, с собой. Кстати говоря, дубинку я, пожалуй, лучше одену. Что у нас там? Обед. На обеде у нас что-нибудь есть? Нет. Мне на время упражнений. Я не хочу кушать. Я лучше здесь пока поработаю. Главное, чтобы меня не спалили, и тогда все будет... Все будет отмена. Оу! Туалетная бумага здесь очень важна. Кусок мыла, жвачки. По-моему, жвачки мне никак не нужны. Ну, на всякий случай давай соберем. Буду, как мышка, себе все нести в свою, эту, свой ящик. Оу, чашка. Из чашки можно сделать, по-моему, самое клевое оружие, которое убивает с первого удара. Книга? Кто-то хотел книгу. Но я не взял это задание. Так, подожди. Давай я сразу заскочу сюда, в свой стол все это складирую. Тем более, что все оно зеленое. Все оно зеленое, поэтому никаких проблем. Даже если меня будут проверять, тогда они ничего не обнаружат такого. Прям вообще, ух. Вот, поэтому я могу быть в безопасности. Вот чашка мне нужна обязательно, и вот это мне нужно. И вот это мне нужно. С этим я еще отношения буду с людьми повышать. Я сейчас это все заточу. А, вот эти вот все гребни, они точатся. Ух ты, лекарство. Они все точатся, и когда они точатся, они становятся как бы запрещенным оружием, и... их лучше всего использовать для того, чтобы повышать с кем-нибудь взаимоотношения. Так, чашку я положу сюда. У меня уже много туалетной бумаги, на самом деле. У меня есть даже шикарная туалетная бумага. Беру с собой гребни и пойду искать друзей. Зачем мне простыня? Лекарство, туалетная бумага. Простыню я положу здесь. Все. Не нужна мне простыня. Ничего я интересного не пропустил. Здесь, к примеру. Еще один гребень. 4 гребня. Я на 24 единицы могу с кем-нибудь поднять отношения, работа в корпусном центре. О, журнал! Отлично. Кусок мыла мне не нужен. Я знаю, что при помощи куска мыла можно сделать оружие, но мне это пока не надо. Все, все остальные гребни точу с собой. Они все, видишь, они все зелененькие. Почему я их не точу до этого? Потому что я могу вместе с ними спокойненько пройти через детектор, положить все это здесь и работать в свое удовольствие. Так, значит, я, по-моему, отсюда как-то... Как это работает? Ага, я беру отсюда все эти вещи. Потом так, так. Так. Так она еще самая легкая. Я просто беру, сразу перерабатываю все вещи.
потом скидываю все эти вещи сюда. Вау! Я обожаю эту работу. Так, 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 так. Весело. Я прям веселюсь, что некуда дальше. Ну ладно, это работа, это часть рутины. Это обязательно делать. Иначе я не получу бабок. Еще вы видите, что иногда я встаю на всякие вещи, и у меня открывается какой-то потаенный ход. Что-то такое. Сейчас я вам покажу. Как я туда залез вообще? Как я туда залез? Вот. Вот так. Не знаю. Короче, можно подняться, и таким образом можно посмотреть, что у нас в вентиляции. Можно вскрыть вентиляцию и пойти туда. Ты гляньте, сколько мне бабок дали. Мне, по-моему, дали 70 единиц. Подожди, у меня что, повышается... У меня повышается подозрительность? Нет, показалось. Все, собираем свои гребни. И идем искать, с кем будем дружить. Ух ты, камера. А что это такое? Шкафчик прятать. А что это? Помещение. Я не знаю, что это. Ладно, мне нужен мой Ивангай. С Ивангаем у нас уже все ништяк. У нас почти отношения на полную. Нужно, значит, его поддерживать. А, вон он. Стой! Стой, Ивангай! Стой! Мне нравится твое видео! Иди, стой, иди сюда! Иди, стой. Подожди! Куда ты пропал? А, вот он. Погоди, как-то он постарел, вам не кажется? 78, о, да. Так, так. Все. Вот. Так. Далее. Стоять. Прими вот это. Пожалуйста. Время на упражнение. У меня задание есть, да? Время на упражнение. Оу, Ивангай. Фака. Бежать. Ребята, простите меня. Фак, я не очень быстрый. Ребята, они всплотились в одного человека. Охранник и заключенный соединились в одно существо, которое ненавидит меня. Тихо. Иду. Мне надо скорость. Джексептик, отойди. Фак! Это трудно! Расстояние один. Один чего? Километров, метров, квадриллионов, сантиметров. Световых лет, световых часов. Что? Чего? Расстояние один. Семь уже, на самом деле. Подожди, мне нужно сначала натренировать себе 50... Нет, наверное, давай натренируем себе 80 усталости. Или 100. Мне осталось полчаса. А потом мне что надо будет делать? По-моему, свободный период. Поэтому я могу спокойно заниматься. Я еще пока не привык к тому, как это все здесь работает, поэтому я сначала могу путаться чуть-чуть в расписании, но я думаю, это пройдет. Я думаю, это пройдет очень скоро. Я не собираюсь задерживаться в этой дыре. Это самая простая, как они говорят, тюрьма. Дальше будет сложнее, да. Что у нас там? Ужин. А, я ж на ужине подниму себе, точнее, понижу себе усталость. Главное, чтобы офицер ко мне не доморался. Стой. Офицер-чувак думает, да пусть думает, что угодно, мне пофигу. Шинка, почему ты черный? Можешь достать мне это простыни? Не вопрос. Простыни выдают бесплатно у себя в комнате. Вы можете ее у любого взять с кровати, и никаких проблем с этим не будет. Меня эта птичка прошептала, что Боб ходит с моей пропажей. Книга. Может, заберешь ее? Не вопрос. Я где-то уже видел книгу. Да. Не знаю, у Боба ли, но я видел книгу, да, не проблема. Я просто сразу зайду сейчас в чью-нибудь камеру и оттуда все возьму. Окей. Где тут Ивангай? У нас как с тобой отношения? Ого, стеклянная заточка. Ты жесткий. Так. Мне тут надо найти чувачка. Вечерний перерыв, отлично. Значит, я могу пока пойти и, во-первых, найти простыню, во-вторых, плюшевую мишку и в-третьих, книгу. Окей. Книга, по-моему, здесь. Вот в этой комнате. Да? А, вот она, кстати, простыня. Давай я тогда свожу все свои... Тихо, не трогай! Отлично. Давай я тогда свожу одну заточку сюда. Да, остальные я отдам. Простыню берем. Главное, чтобы меня никто не спалил. Лази в чужих камерах логично плохо. То есть это палится. Если вдруг тебя палит какой-то охранник или человек, они жалуются. Оп, книга. Хорошо. И что, мне нужен плюшевый мишка? Так, а куда книга... А, отобрать предмет книга у Боб? А тебе любая книга не пойдет? Фак, айо!
Мне еще нужно бить человека. Тихо, охранник, не иди сюда. Вилка. У меня со всем этим проблем нет, поэтому не важно. Оу. Это не то, что я хотел сделать. Где же плюшевый мишка? Нет. У меня есть пара мест, как бы. Я могу взять еще несколько предметов, но просто все говно. Чашка нужна. Чашка, по-моему, с шоколадом становится самым жестким оружием. На один раз. Ты ею можешь один раз убить любого. Факел, клейкая лента. Вот что мне нужно. Клейкая лента нужна мне для того, чтобы объединить плакаты и сделать себе возможность вскрыть какую-нибудь стену и повесить туда постер, чтобы без палева. Отойди, отойди, отойди. Оп, никто не видит. Тихо, тихо. Я смыл в туалете что-то. Крем для бритья рук. Говно это. А где Мишка? Я не могу понять. Наверное, Мишка у кого-то продается. Так, мне нужно что-нибудь выложить для начала. Давай выложу книгу. Возьму постер. Создание. Бум. Отлично. Теперь книга и плакат. Хорошо. Плакат положу сюда. Книгу возьму с собой. Гребень возьму с собой. Ага, 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 ага. Все, хорошо. Теперь, я думаю, мне нужно просто взять, раздать эти гребни кому-нибудь. Ну, давай, я не знаю, кто. Евангай. Ну, у нас с Евангаем отличные отношения. Ну, давай поддерживать эти хорошие отношения. Оп, оп, оп. Где Евангай? Стой, стой, стой. Мне их надо запомнить. Вот, кстати, Евангай очень отличителен. У него цвет волос такой заметный. Так. 99. Бум! 100! Мы с ним просто друзья навеки. Мы друг за друга горой. А теперь мне нужно куда? Теперь мне нужно отдать простыню кому? Шпуньке. О, Шпуньку я видел. Шпунька! Шпунька, ты где? Шпунька, Шпунька, Шпунька. Задание есть? Задание? Наконец-то узнал, что все время доносит надзиратель. В следующий раз душ или тюремщиков. Не вопрос. Лисина нет. Это уже завтра, кстати, будет Шпунька. Вот он! Стой, Шпунька! Стой! Бери. $19. Бум! Easy money. И теперь стой. Евангай, 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 мне нужно у тебя что-то купить. У тебя что-то есть. Что-то, наверное, что мне нужно. Возможно, даже медвежонок. Подожди! Вот. Ну так себе. Нет ничего на продажу. В смысле? Иди вон. Тебе какие фильмы? Все, я буду со всеми отношения улучшать. Тебе, 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 тебе. Все. Тебе. Не хочется со мной дружить. Брат Евангай, не хочется со мной дружить. Тебе, тебе, все. Офицер чувак положил от меня плату, книгу за крышу. Он не выполнил это, я хочу мой взнос обратно. То есть ты хочешь книгу или ты хочешь побить офицера? У меня есть книга, давай проверим. Я не хочу бить никакого офицера чувака. Ну, в принципе, ладно. Давай, давай попробуем. Давай попробуем побить офицера чувака. У нас для вас восхитительные новости. Кто-то смыл шляпу надзирателя в унитаз. Ей! Хорошо, что это не я. Хочу вас всех похвалить. Шляпа ушла. Отлично. Непослушные ребята отправляются в ад. Что? Офицер чувак. Фак! Блин! Там другой охранник ко мне подошел! И добил меня. Но я не потерял ничего, что мне нужно. Пики-пики-пики-пики-пум-пум-пум-пум. Пики-пики-пум-пики-пум-пум-пум. Ничего нету у меня, чего я могу использовать. Мне нужно взять много лопаточек с ужина. И тогда я смогу проделать себе, прорыть зубами себе ход вот сюда. Потом можно еще прокопать нору вниз, выбраться туда и, возможно, что-нибудь с этим сделать. Это пока самый такой нормальный вариант, который я вижу. Так что да, я думаю, будем работать в этом направлении. Что ж, ребята, на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Пишите свои комментарии. И всем пока-пока-пока. Удачи!